Так, теперь давайте запустим асфальт, посмотрим, насколько 20 лет геймлофт, насколько комфортно играть. Так, я помню, у меня были проблемы из-за музыки в начале, поэтому в начале я чуть-чуть пропущу музыку, ведь она сейчас играла. Так, долго загружается, странно, потому что вроде бы уже бы и скачано на 2 гигабайта. Не знаю, подождем тогда. Так, убираем. Принять возраст. Какой-нибудь любой ставим. Мужской. Принять. Я просто не пойму, как он выбирает. Вот это выбрано. Смотрите, что это такое? Вообще непонятно. Что это у тебя? Собственно, давайте в асфальт. Сейчас я что хочу сказать, что выключил звук, потому что вначале там музыка, она авторская, у меня случаются проблемы с авторскими правами в YouTube. Ну, экран неплохой, кстати, вот яркость неплохая. Вот, вот из-за этой музыки, по-моему. Так, давай пропускаем, пропускаем. Вообще, даже теперь, смотрите, управлять не надо. Раньше хоть мы управляли, теперь вообще управление в автоматическом режиме. Задерживаем для дрифта. Просто, видите, нитро, тормоз, управление все проще и проще. Понятно. Ну блин, ну сколько раз надо вправо-то махнуть? Два варианта, конечно же этот. Конечно же этот вариант. Кстати, по звуку один динамик, друзья, вот он, и вот звучит он, ну, не особо так громко, но ровно так же, как и на Redmi Note 7, ровно точно так же. Кстати, видите, Redmi Note 7 снизу чуть-чуть покрасивее, видите, выглядит, чем Redmi Note 8 Pro. Ну, короче, неплохо, неплохо, друзья. Ну что ж, нажимаем играть, выбрать, ну аркада, поехали. Видите, загрузка быстрая. Но тут я очень плохо играю, я вам честно скажу.
так себе. Но, друзья, производительность, видите, насколько... Он тормозит, это потому что плохая связь. А, или это из моей команды, ребята, это, по-моему, из моей команды, да. Это из моей команды кто-то был, я по нему стрелял, и... Ну, как бы вы понимаете, да, тут все очень печально, потому что я просто не знаю, вот я веду, и мне надо, нацелившись, а потом отпустить прицеливание и стрелять, понимаете, это ужасно. Просто не знаю, как. Как тут быть? Ну, дробовик вроде должен быть самым лучшим. Вот это наш или нет? Хрен его знает. О-хо-хо-хо-хо. О. Ну, хоть одного кокнул, который стоял на месте. Ёлки-палки, это вообще жесть. Это просто жесть. Это, блин, такой позор. Я просто не знаю. Или вот так надо. Ну-ка, если вот так. А, вот, я понял, как надо делать. Стреляешь и прицеливаешься. Все. Все, я понял. Стоп, сзади там кто-то был. Так. Поехали, а как прыгать-то? А, вот так присесть. Как перезарядиться? Перезаряжается. Так. Ну, неплохо, друзья. Вообще управление супер. Правда, иногда из-за плохого... Соединение это люди, которые подсоединяются из другого, они, ну или у меня, ну не знаю, либо по причине того, что у меня все плохо. Ну вы видели, да, он, персонаж был в одном месте, потом в другом. Так, так. Ну короче, ладно, друзья, вот так вот. Кстати, по поводу оперативы, у меня на Redmi Note 7 3 гигабайта, здесь 6 и намного приятнее. Значит, называлась игра Standoff 2, типа КС, да, аналог. И вот, значит, то, что 6 гигов оперативы, это намного-намного круче и удобнее. Вот, все работает относительно Redmi Note, значит, 7. Оперативы действительно хватает в достаточном количестве. Значит, ну что ж, еще что-нибудь протестируем сейчас. Ну что ж, друзья, время для PUBG. Конечно, я лично сам не особо часто играю в эту игру. И что, warning? Что нажимать-то? Я такое ощущение, как будто я один, друзья. Просто, видите, прыгаю и так далее. Может, это, знаете, может, это просто... Обучение такое. Вот что это такое? Начало PUBG. Welcome to PUBG.
Окей. Ну что ж, начать, друзья, у нас. Я думаю, что стоит просто начать. Просто начать. Вообще, а нет, есть люди, смотрите. Так, где прыжок? Тут вообще стоит, наверное, половина здесь китайцев, если не большая часть. Вот как тут прицеливаться? Вот так вот. Ну все, через 1 секунду начнется бой. Мы ждем его с тобой. Так, прикид. Взяла, ударила меня. Ну что ж, поехали. Интересно, как выпрыгивать? Я честно вам скажу, я даже не знаю, как здесь выпрыгивать-то, елки-палки уж. Не говоря об остальном-то. Летим. Ну реально, как в реальном времени, смотрите. Летим вот там вдали зданий, мы прям, посмотрите, карта, как прорисована вся со зданиями, елки-палки. Это ого-го, блин, смотрите, даже и здания, и все остальное, это... А как раскрыть парашют? А, он автоматически раскрывается. Ну что же, вместе. Ой, черт, скорее всего, он быстрее добежит до зданий. А, там уже кто-то, друзья, там уже кто-то. Все, нам походу кирдык. Потому что там будут раньше нас. И, соответственно, вы понимаете, да, найдут оружие, все такое. Сейчас уже, наверное, будут по нам стрелять. Так. Так. О, пистолет. Не, я думаю, тут покруче пистолет. Так. Он уже кто-то там едет, друзья. Вы слышите, да? Чё ж он так тупо разворачивает? Кто по кому стреляет? Кто по кому стреляет, друзья? Непонятно. Да прекрати стрелять, это делать-то прекрати. Или это наш? А, это наш. Это наш человек был, друзья. Возможно, в нашей команде. А я вот так вот, видите. Тух, как громко, блин. Страшно и громко. Кто тут стреляет? По кому? Блин, жесть, как определить, что вы знаете о PUBG? Ничего не знаю вообще, что надо бегать и стрелять по всем подряд. Вот хотелось бы, чтобы он пошустрее влево-вправо смотрел, потому что так вообще жесть какая-то.
И где автомат-то, ребят? Дайте мне тоже автомат. Я хочу тоже себе автомат. О, рюкзачок, таблеточки. Так. Так. О, может там будет? Нет? Как прыгнуть-то? А. Нет. Что-то там началось, внимание, началось. Так понимаю, сужение зоны. Ну, вообще жесть, потому что дайте нам хотя бы нормальное. Может, другой пистолет взять? Нет, этот покруче. Этот покруче, точно. Ладно, надо бежать отсюда, потому что... Ну, короче, друзья, телефон, если нагревается, то совсем чуть-чуть. О, бомбочка, гранатка. Совсем чуть-чуть нагревается. О, шлем. Опа. Я так понял, это наши ребята. Ладно, будем бегать дальше, искать чего. Это новая тема, друзья. Каждый сам за себя, папка, все такое. Даже бежать куда-то, искать чего-то. Почему оружие не валяется просто, скажем, здесь? Телефончик, друзья, нагрелся, но не сильно, не сильно. Сейчас побежим. Watch out. Mark the location. Так, что у нас здесь? Ничего здесь. Так. Нечаянно нажимаю на стрельбу. Так. Нас интересует какой-нибудь автомат. Или что-нибудь типа того. Каски. Так. Ребята, автомат. Автомат. Где автомат? Просто тогда что же такая невезуха-то? Enemies ahead. Давай, перезагружай свое оружие. Так, блин, друзья, вообще печально, потому что я думал, будет экшон, я вам покажу какой-то экшон. Но на самом деле никакого экшона нет. Ой. Он уже уполз, уползает. Все, готов. Явно с пистолетом тоже на меня пошел. Как теперь разлутить эту штуку? Какой-то знак должен появиться, а вот, все. У него был калаш, друзья, калаш. У него был калаш. И с калашом он не мог меня завалить. Ох. Ох. Ёпрстая. С калашом он не мог меня завалить. Какой же он глупыш. Сейчас я зайду... Термометр возьму, друзья, и вам покажу температуру после игры. Не знаю, насколько он... 35 градусов, ну, с другой стороны обычно показывают. Давайте здесь посмотрим. 38,
То есть теплая. 38 градусов в самом теплом месте, друзья. Вот, 38,5, 30, ну, 39, вот. 39 градусов. Ну, вот 40 градусов, так сказать, самая большая температура через буквально-таки вообще долгое-долгое время игры, через сколько я уже тут играю. И все равно, несмотря на это, вот так вот неплохо. Не особо перегревается. Так, кому хелп? Где ты хелп? Где хелп? Кому хелп? Вот там хелп? Где ты? На карте я не вижу, чтобы кто-то там... Кто кричал хелп? Ёпарасоте, а? Может, там в транспорте кричит кто-нибудь хелп? Короче, непонятно, друзья, непонятно. Блин, тут же я был. Ой, нечаянно нажал. Сам. Mark the location. А, вон она, отметка location, куда надо идти, походу. Но нет, я посмотрю здесь сейчас, побегаю еще. Правда, лучше, чем калаш я не найду, я думаю. Excellent work. Excellent. I got supplies. Form up on me. Так, проверяем сюда. Проверяем. Так. Watch out. Так. Да ёпарасоте, ты прекрати стрелять-то. Ну вот калаш у меня уже есть. Как его только перезарядить-то? А, вот, вот кнопка перезарядки я нашел. Watch out, watch out. Что, я убрал этот сам прицел? Да, друзья, я как-то выкинул прицел. Походу. Блин, знает как. Ну ладно. О, патрончики. Так, как забраться-то наверх, ребят? Вот, ёпарасоте-то. Не стреляй, не стреляй. Короче, друзья, вот так вот. Скучно, долго. Так что, ну, я вам уже показал, не больше 40, у меня даже сейчас по ощущению кажется, как будто он еще и остыл ниже 40. Он как будто он еще и остыл. Вот так вот, друзья, короче, дольше, я думаю, уже не надо.